Всем привет! Хочу вам рассказать, как я сделал подставку для гильз, для патронов. При снаряжении, чтобы гильзы не падали, решил сделать вот такую вот подставочку из фанеры. Ну, материал может быть разный, и оргстекло, и всякие ему заменители. Но я нашел фанеру, вот сделал из фанеры, вырезал две вот таких вот дощечки. Вот так вот их вот видно. И стянул их саморезами через такие столбики. Я их два шприца маленьких разрезал пополам. Получился ровненькие вот такие столбики. Через саморезы вот стянул. И все. И получилась вот такая вот удобная штуковина. Чтобы не падали, не катились никуда. Ничего не рассыпалось при нечаянно, когда что-нибудь заденешь. Вот так вот это все выглядит. Штука очень удобная, очень полезная при снаряжении. Вот я сделал на 28 патрон. Отверстие насверлил. Сверлил вот такой вот коронкой по дереву. Вот, диаметром 30 миллиметров. Вот, у меня нашлась только вот такая, самая маленькая. В идеале вообще, конечно, на 25 бы. Но на 25 у меня не было. Делал из того, что было в наличии у меня, чтобы ничего не покупать. Вот, сделал на 30. Ну и на 30 нормально она. Хоть и даже если наклониться, все равно не упадет. Меня это устраивает. Это кто уже как хочет сделать. Меня 30 устроило, все хорошо. Вот, конечно, можно это все заказать, купить, но я считаю, то, что можно сделать самому, то надо это сделать. И тем более тут делов, ну, на час работы. Вот. Самое долгое это вот насверлить отверстие и все остальное. Ну, где-то я ее за час сделал неспешно так. Разметил, насверлил. Наждачкой все здесь зашкурил, зачистил, обработал. Ну и потом уже лаком вот покрыл, чтобы заусенцы, занозов ничего не было от дерева. Вот так вот. Вот что хотел вам и рассказать. Кому понравилось, палец вверх. Подписывайтесь на мой канал. Будет еще много интересного. Всем пока.